Всем привет из Сочи. Девочки, у меня вот эта малышка. Я опять не устояла. Очень хотела устоять, но не смогла. Вот такой вот фирмы. Единственное, мне не очень там как-то нравится шейка, но я сейчас ее обработаю. Не могу понять, что немножко темненькая. Но хорошие корешочки. Видно, да, что корешочки хорошенькие, много. Ну и поэтому и не устояла, что девочки, это на одном цветоносе вот такой трилип. И на втором большом цветоносе это бабочка. Это, конечно же, бабочка, потому что не смогла бы я пройти мимо вот такой маленькой красоточки. Она просто привлекла тем, что она вся точно бабочка. Сейчас я ее поставлю, а то на весу очень тяжело так снимать, стоять, не знаю, надеюсь, будет стоять. Вот такая вот маленькая красоточка. Даже камера куда-то хочет убежать. Сейчас я увеличу и покажу. Заодно сама поразглядываю. Да, что-то не хочет. Вот сейчас поймаю. Вот так вроде поймала. Такая более темная губа. Белая окантовочка. Внутри там как-то тоже интересненько. Вот такая милашка. Да что ж такое, не знаю почему. Просто отказывается ее ловить. Вот такая красотка. Не знаю, сейчас, наверное, прям поднесу. Ой, у нас сегодня пасмурно. Не знаю, почему не хочет ловить. Один цветочек вот так перевернутый. Молоденький, вот только вот распускающийся тоже бабочка. Вот такая вот красотка. Хотя я люблю крупные, я их вижу без очков. Но перед этим малышом действительно не устояла. Перед такой крохой. Надеюсь, я ее выхожу. Потому что, как я сказала, вот там мне немножко нравится шея. Сейчас возьму все, посмотрю, замажу, наверное, фундазолом. Отпою. Пересажу. Вот такая красоточка. И потом покажу, что у меня получится. Ой, надо ставить, иначе одной рукой очень тяжело даже. Такой маленький горшочек, совсем маленький, крохотусечка. Все поставила. Сейчас пойду готовить грунт и буду ее пересаживать. Ну, вот так вот малыша я поставила пока чуть-чуть попить. Вытащила его. Корешочки, в принципе, все неплохо. Единственное, вот темнота немножко мне около шейки не нравится. Я попыталась это сейчас отмыть, немножко подотмыла. Сейчас замажу все фундизолом, посажу в стаканчик. Надеюсь, все будет хорошо. Поставлю. Вот так вот у меня получилось после пересадки. Я ее замазала, вот видно, да, фундизолом. Все основание. Пусть, думаю, лучше будет получше замазано. Теперь она у меня будет расти вот в таком стаканчике. Сейчас возьму, покажу.
Там вот корешочки. Надеюсь, она будет себя хорошо чувствовать. Сильно очень засыпать не стала, уплотнять, потому что сейчас зима. Пусть лучше адаптируется так. Еще раз покажу эту красоту. Сейчас поставлю в горшочек, чтобы было поудобнее. Вот такой вот горох. Но очень красивый. Люблю такие орхидейки яркие. Особенно зимой хочется чего-то яркого. Один цветочек, вот видите. Вот так сейчас открою, покажу. Вот так. Одна кисточка и вторая кисточка бабочка. Какое будет на следующее цветение, конечно, неизвестно. Может быть, будет бабочка, может быть, будет и пилорик, но там будет видно, посмотрим. В любом случае, она у меня уже дома. Я не удержалась и приобрела опять этот горох, за которым буду наблюдать в очках. Вот такая лапушка, лапушка, лапушка. Жду раскрытия вот этих бутончиков. Надеюсь, они все раскроются. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. С удовольствием отвечаю на все ваши вопросы. Оставайтесь со мной, подписывайтесь. Включайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А я с вами прощаюсь.